Перед вами незаконченный, неизданный и собранный по кускам фильм «Марш времени». Изначально имеющий название «Голливудское ревью» 1930 года. Фильм был переименован, поскольку состоял из трех разделов, в которых участвовали бывшие исполнители водевилей. Сюжет о немецком репортере, посещающем Голливуд, которого играет Пол Морган. Среди исполнителей, которые снимали сцены «Марша времени», также сестры Додж. Они появляются в двух номерах. Девочка-фанат Эйфелла и Локстеп. Несмотря на их ограниченный опыт работы на сцене, их обаяние и подражание чрезвычайно успешным сестрам Долли сделало их ценным достоянием того времени.